Приветствую вас, друзья, на канале Семьячка готовит. С вами Лена. Посмотрите, какая прелесть. Пьяная вишня. Обожаю своему супругу делать сюрпризы. Любимый торт. Простой в приготовлении. Не нуждается в дополнительной пропитке. Посмотрите, какой он нежный. И очень-очень влажный. Любимый торт нашей семьи. Поехали. Вишню взяла замороженную, заранее ее разморозила, высыпала сахар и залила 100 мл коньяка. Вот так вот оно у меня выглядит, настаивается, очень ароматное. В яйца высыпаю соль, щепотку и взбиваю до легкой пены. А за два приема высыпаю сахар и продолжаю. В 10 минут я взбивала ручным миксером яичную смесь. Посмотрите, как она выглядит. Увеличилась раз в 5. Достаточно густая. В муку высыпаю какао. Перемешиваю. И просеиваю раза за 3 яичную смесь. Лопаткой аккуратно перемешиваю снизу вверх, а так, чтобы нам сохранить вот эту воздушность. Всегда тортики готовлю для своих родных, близких, никогда не покупаю в магазине. Рецепт проверенный, советую объедение. Вот мужу на день рождения частенько готовлю. Любит. А духовка у меня уже прогрета до 165 градусов. А посмотрите, как выглядит у меня тесто. Оно просто воздушное. Аккуратно я его вымешала. Форму застелила пергаментом и бока тоже выкладываю. Не забудьте убрать прищепочки. Сразу же убираю в духовку. Бисквит у меня готов. Выпекался он ровно 1 час в духовке. Снимаю верхнюю часть. Здесь примерно 1,5 сантиметра в толщину. Выкладываю мякоть. Отступаю от краев сантиметра 1,5. Беру вишневый настой и пропитываю им бисквит, чтобы он был влажненький, ароматный. Бока все-все прохожу. Сгущенное молоко выкладываю, растопленное сливочное масло. Все точные количества смотрим, как обычно, под видео. Перемешиваю. Ничего взбивать не нужно. Нужно, чтобы у нас все здесь хорошо соединилось. Добавляю вишню. Перемешиваю. Такая однородная масса у нас получилась. Заливаю бисквитную крошку и все как следует вымешиваю до однородности. Считаю торт праздничным, нарядным, украсит любой праздничный стол, поэтому, друзья, готовьте, делайте, угощайте своих родных и близких. Домашние тортики — это что-то. А кольцо надеваю на бисквит. А так нам будет удобно, чтобы у нас торт держал форму, был ровным и аккуратным. Вот так вот это все выглядит.
Выкладываю начинку и распределяю ее. Уплотняю. Сверху накрываю крышечкой и отправляю наш торт в холодильник ровно на 2-3 часа, чтобы он у нас застабилизировался. А для глазури сливки прогреваю, высыпаю в них сахар, дам ему раствориться. Сливки хорошо прогрелись, выключаю плиту. Выкладываю в них темный шоколад, у меня с орехом. Перемешиваю. Если ваш шоколад плохо растворяется, можно еще немножко смесь шоколадную согреть. Вот то, что я и сделала. Прогрела еще чуть-чуть. Добавляю сливочное масло. Еще раз перемешиваю. Красиво получилась глазурь. Однородная, темная. То, что нам и нужно. А глазурь у меня остыла. Посмотрите, какая она. Густая, красивая. А заливаю ей торт. На этом хочу сказать вам до свидания. Обязательно приготовить тортик по нашему рецепту. Побаловать себя, своих близких. Близких такой вкуснятиной. Друзья, написать комментарий и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч. Пока-пока.